Как и было замечено, вот это наш номер в отеле «Панорама» в Гостивар, Северная Македония. Ну, давайте посмотрим. Здесь три кровати. Есть вот оно зеркало. Так. Есть телевизор. Есть стульчики, столик, водичка. Что еще? Шкафчик такой. Вот он. Так, но нет кондиционера. Но это не страшно. Тут уже поселилась одна девушка. Будет моей соседкой. Картина есть. Но, правда, напечатанная. Так, ну пойдем посмотрим, что у нас в ванной. Включаем свет. Так, здесь душевая кабинка достаточно чистая. Вот зеркало. Достаточно чистый туалет для всех. Ну, вот так мы и поселились, как и было замечено.